Зарплаты пожарных, полицейских и сотрудников КНБ предлагают уравнять. Сегодня оплата труда людей, которые стоят на передовой со стихийными бедствиями, начинается от 115 тысяч тенге. Это минимальная зарплата спасателей в Казахстане. Сотрудники с 20-летним стажем получают чуть больше 200 тысяч тенге. В Комитете противопожарной службы МЧС сообщили, что глава ведомства завтра собирается на прием к премьер-министру, где будет принято решение по поводу повышения зарплат. В ведомстве также говорят, что есть проблемы в части материально-технического обеспечения. Денег не хватает на обновление техники. Цена пожарных цистерн на сегодняшний день составляет 90 миллионов тенге. Если даже проводить вот аналогию с сотрудниками МВД, если их автомобиль легковой стоит порядка 6-7 миллионов, да, скажем так, а пожарная автоцистерна 80 миллионов, то мы понимаем, что для того, чтобы даже при выделении одинакового количества денежных средств, количество пожарной техники мы приобретаем в разы меньше, практически 8 раз из-за стоимости автомобилей. И поэтому вопрос в этом и стоит, что цена пожарной техники и вообще специализированной техники, она очень высока. И количество денежных средств, которые выделяются, но они на сегодняшний день не позволяют единовременно, в полном объеме, скажем так, покрыть потребности Министерства по чрезвычайным ситуациям именно в той или иной технике.